Меньше всего мне хотелось бы, чтобы книгам «Малая земля», «Возрождение», «Целина» воспринимались как мемуарные сочинения. Работая над своими записками, думал я не о себе, и даже, пожалуй, не столько о прошлом, сколько о том, чем опыт прошлого может быть полезен людям сегодня. С своей стороны, буду и впредь делать все от меня зависящее, чтобы успешно претворялась в жизнь ленинская политика нашей партии.